Розказуй, куди ти прийшов. Всім привіт, дорогі друзі. Сьогодні я прийшов в парикмахерську. Ого, яка тут парикмахерська, так? Смотрите. Як магазин ігрушок. Ну, розказуй. Ти на мотоциклі будеш сидіти, Коля? Или на а на машині йому нічого не можна? Или вже? Я вже большой. Вже большой? В общем, у нас в среду съемка на выпускной фотоальбом в садике. Поэтому нам, в принципе, длину можно совсем немножко убрать. Не сильно его обвысывать. Вот самое главное, вот эти вот вихры. Коль, ну и кальций. Ну что, как тебе? А, простите. Коль, ну что тут? Коля будет стричь на стуле велосипеде. А так под насадки раньше? Вообще всегда под насадку, да. Мы решили попробовать так, если вот понравится, мы будем так стричь по-взрослому. Коль, ну это прям как этот, звезда шоу-бизнеса. Смотрите, давайте сверху я чуть-чуть покороче сделаю, а пока... Вот Коля мультики туда решил посмотреть. Коль, ты довольный, Коль? Нет. Теперь он только сюда будет проситься. Так что, из машины уже, Коленька, совсем мало, да, для машинки такой? До 19 килограмм машины. Коля у нас худенький. Смотри. Так Коля у нас худенький. 19 килограмм, но он уже большой. Да? Ну что, Коль, что скажешь? Класс? Угу. Мечтал ты такой парикмахерской? Нет, он родился вообще темненький. Значит, он светлее. Потом он был таким рыженьким, знаете, таким пшеничным. А сейчас темно-русый такой. Коля стрижется и смотрит мультики. Он мама сидит, ждет Коля. Смотрите на папу. Аккуратненько. На папу посмотри. Ну что, пойдем изучим местную игрушку. Мама, сажайте тоже, да? Да, Маш, Маш, ты в какую машинку? В красную или в синюю? Мама, в какую машинку? Ну, иди. Мне Коля на кресло понравилось. Ну что, Коль, класс? Да. Пойдем игрушки посмотрим. Давай я пойду. Кто-нибудь, наверное, папа. Возьмите его, сейчас папа возьмет, не знаю. Молодец. Ну что, отлично посмотрим. Давай пока посмотрим. Так а я хотел игрушки посмотреть с тобой. Ну давай. Да? Кто говорит? Вы знаете это. Ну. Смотри. Люди не должны нас видеть, Микки. Смотри. Не сдавайся, Лео. Эту битву ты еще можешь выиграть. Подожди. Я твой интернет-друг. Ты сегодня меня добавил. Давай еще нажим. А что нажимай? Расскажи-ка мне, кто научил тебя драться? Все, пойдем игрушки смотреть, как. Ну что тут? Кто такие? Щенячий патруль? Да. Рассказывай, кто там. Ну,
Это гонщик, я так понимаю. Маршал. Да. Маршал? А это тот, который оранжевый имеет. Что у него такое? Двигатель реактивный? Я не знаю, как его. Давай дальше. Смотри. Оптимус? Это не Оптимус. Вон Оптимус. Похоже, да? Где? Вот он. Смотри, здесь тачки. Ну что, класс? А там у меня есть машинка. Покажу. Откуда же такая машинка? Из киндера, что ли? Нет, это я просто нашла. Ладно, держи. Она из киндера. Угу. Ладно, говори всем пока. Но. Всем пока и до встречи. До новых парикмахеров. Подпишись на канал. Подпишись на канал. Лайк поставь. Подпишись. Ну-ка быстро подпишись.